В Северодвинске прошла фотовыставка «Мариуполь глазами северодвинца». На снимках и послевоенная разруха, и новые кварталы, которые застроили за считанные месяцы после освобождения города. Но начнем с возложения цветов северодвинцами, которые почтили память павших Великой Отечественной. Николай Цып расскажет. Минутой молчания почтили память о тех, кто не вернулся, тех, кто привел мир к победе над фашизмом. В Северодвинске жители возложили цветы к мемориалу ратному подвигу северодвинцев. Жители Поморья внесли огромный вклад в дело большой победы. Не смолкая гудели цеха. Мы принимали грузы по ленд-лизу, которые сразу с колес шли на фронт. Тысячи людей ушли на фронт. Поэтому Архангельск по праву носит имя «Город воинской славы», а Северодвинск – «Город трудовой доблести». Но сегодня мы вспоминаем не только о прошлом, но и думаем о настоящем и о будущем. В городе Корабелов прошла выставка «Мариуполь глазами северодвинца». Здесь представили фотографии депутата Госдумы Александра Спиридонова. Он посетил Мариуполь после его освобождения в составе добровольческой дружины. Нам приходилось практически день и ночь разгружать фуры с гуманитарными продуктами, которые приходили с большой земли. Нам приходили вещи, потому что у людей ничего не осталось, все сгорело. Все сгорело в пламени войны. А после разгрузки все развозили людям, помогали работать и в больницах. Но поразила скорость восстановления города, рассказал депутат. Такие темпы потребуют много специалистов и в техническом, и в инженерном направлении. Именно эта выставка, она показывает в динамике. Динамику от первого впечатления, когда было полное отчаяние и разруха, до меняющегося города, когда стали давать питьевую воду, когда стали давать электричество, началась нормальная поставка продуктов питания, медикаментов. Начали отстраивать новые кварталы. Сегодня освобождаемые регионы – новое место силы России, отметил депутат. Страна предоставляет программы поддержки для развития там промышленного и технического потенциала России. Выставка в Центральном универмаге будет проходить до 30 мая. Николай Цып, Юлия Куницкая, Регион 29.